Всем добрейшее. В Москве сейчас плюс один и без осадков. Говорят, что на неделе прогреется до плюс 10 аж еще. Вот. Так что нам еще можно будет походить в толстовках, а я тут умные зимние сапоги надела. Ну, на самом деле я ходила, потому что мне их надо разносить. Потом покажу. Вот, и расскажу. А мы сегодня с мамкой вдвоем дома. Вот, я отработала. Сейчас погуляю с Сенькой и будем готовить кучу-кучу всяких вкусняшек. Вот. Такие у меня дела. Буду сегодня на кухне возякаться с любимой мамой. В общем, это тоже своего рода такой отдых. Вообще, это очень нужно и полезно для организма проводить время с родными, близкими людьми, занимаясь чем-нибудь приятным. Например, готовкой. Всем хорошего настроения.